Анонс и точки выхода 301 серии турецкого сериала «Плен». 301 серия сериала выйдет в эфир 25 марта. Ранее в сериале мы увидели Афифе, которая говорит Хире и Эрхуну, что она никогда не даст благословения их браку. Хира пытается сказать женщине, как им важно то, чтобы она их благословила. Однако Афифа даже не собирается их слушать. Она говорит, что они даже не смеют просить ее о таком, после чего уходит. Такое поведение Афифа расстраивает Хиру, но она не намерена сдаваться. Эрхун замечает, что слова матери причинили Хире боль. Он нежно гладит Хиру по щеке и говорит, что его мать такой человек. Она никогда не меняется, и вряд ли, что теперь она изменится. Хира берет руку Эрхуна в свои и смотрит на часы. После чего девушка улыбается и говорит, что у нее впереди еще достаточно времени для того, чтобы убедить Афифа изменить свое решение. Эрхуну нравится такой боевой настрой Хиры. Нравится, что она не собирается сдаваться в такой сложной ситуации. Эрхун не сможет сдержать улыбки. Он говорит Хире, что у нее много смелости. Перихан слышит слова Афифы о том, что Эрхун и Хира вновь собираются пожениться. Она понимает, что нужно действовать. 301 серия сериала выйдет в эфир 25 марта. Если вам нравится сериал, ищите выхода новых серий. Тогда ставьте лайки, подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик и будьте в курсе последних новостей о новых сериалах. Спасибо за подписку и лайки.